замечать совсем недавно. Ходит, бродит по пятам за мной. Паренек на вид довольно славный, только вот немного он чудной. Не подходит ближе 5 метров и не спросит, как меня зовут. Я б ему ответила, наверное, для меня это совсем не труд. Под окном моим пахня не просиживай, своим взглядом ты меня не пронизывай. Но направи ты глазок, не подмигивай и без пряников, дружок, не заигрывай. Сторожит меня с утра у дома и за мной уходит словно день. То ли у него что сено, что солома, никуда за мной идти не лень. А когда сижу в своей квартире, он стоит, как будто часовой, крикнуть, открыв окно пошире, чтоб услышал парень чумовой. Под окном моим полдня не просиживай, своим взглядом ты меня не пронизывай. Но направи ты глазок, не подмигивай и без пряников, дружок, не заигрывай. Мне не знаком, но со мной он и день, и вечер, иногда и ночью под окном. Но я молчать не стану точно, и ему я это докажу. Подойду к нему сегодня ночью, прямо все в лицо ему скажу. Под окном моим полдня не проси. Живой.